Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Прикольцев. Мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together, играем в одиночку за выборы. Хотел вареников наварить, яйца сделал, мясо переделал в яйца, а мяса не осталось. Оружия у меня нет, кстати, я, по-моему, копье куда-то складывал. Бегут ко мне, бегут. Либо гончий, либо еще кто-то бежит. Светильник тут сколько? О, тут побольше светит. Так. Возьмем оба светильника, потому что пойдем к паучкам сейчас. Они, возможно, мне помогут. Хотя, по-моему, они там с зайцами дерутся. Да, по-моему, зайцы их убили. Хотел кокон еще один сделать. Посмотрел, там 12 паутинок нужно. Не знаю, кто сейчас гончие прибегут. Вообще у нас сейчас 20-й день. Пока еще осень, 21-й, и зима начнется. Я посмотрел перед входом. И по поводу шапочки я напрягался, что типа бифала там может и не быть. Посмотрим, если бифала вообще в мире не будет, перевозить, чтобы мраморные фигуры и таскать их не из запчасти, я мод на приручение кувалого слона поставлю. А по поводу шапки Макбивни, у нас дофига тэмушетанов будет немерено, и рассудок будет поднимать, и... Ну, биту можно выкинуть даже. Заяц. Сейчас, может, заяц нам поможет. Бегаем пока. Сейчас зима начнется, я так чувствую, да? Да, зима началась. Пока нас немножко борода греет и... комары... Москиты. Так, они взрываются и больно бьют. Они уже надутые. Смотрите, сколько еще москитов-то. Ты кого бьешь? Меня, их, кого? Москиты 8 штук. Если кто не в курсе, какого черта они прилетели, моды. У меня остановлены много модов. Один из модов, это меняет волну гончих, то есть... Так. А, смотрите-ка, с них вылетают эти даже штучки. Отлично. Я не буду их тратить как лечилки. Так, а заяц убежал? Кстати, два зайца уже выносят мне потихонечку это... пауков. Нужно будет больше пауков делать. Оставлю. Из них можно будет делать... тушить пожар, короче. Шарики. Так, зайцы мне немножко выносят уже там. Так, покушать. Полечиться у меня есть, но очень мало. Так, что я смогу сделать из того, что у меня есть? Ничего особенного, да? Мед. И синего камня у меня нету. Плохо. Так, куда вы пошли? Где у вас тут? Нужно одного Макбивня забить. Нормально, в нормальном месте появились. Пингвины недалеко. Нужно по краешку, кстати, побегать. Я не помню, два меда и кофе получится, нет... Давайте попробуем. Так. Вообще у меня тут кофе прям... Вот, есть. И Макбивень как раз там. Ну, давайте попробуем, может получится. Не, стой. А, где ты? Сварится кофе? Пожалуйста, сварись, только не зеленая фигня. И смогу я сделать? Нет, наверное, камень-грелку я не могу сделать, потому что у меня там не хватает немножко камней. Черт. Давайте хотя бы шлема сделаем. Пару шлемов. Так. Пару шлемов. Этим можно полечиться. Со светом беда. Ладно, что-нибудь там подожгем. Факел, если что, у меня с собой есть.
Так. Кирку делаем. Топор делаем. Все, пока я порублю дрова. Хотя бы немножко, а то у меня вообще их нету. Так, тут у меня зайцы шатают этих. Попробую их шатнуть тоже. Не знаю, получится, нет. По крайней мере, мясо добуду, может, набиту. Так, убежал, сволочь. Набиту хочу сделать. Мясную. И, по-моему, я бегу прямо к макбивням. У меня где-то наверху тут еще макбивни были. Вот он. Убегаешь, да? О, нападает, отлично. А, хвостик выпал, черт, плохо. Ладно, раз я сюда добежал, давайте на камень грелку сделаем себе. Ну, замерзать пока не замерзаем. Ну, уже замерзаем. Уже начинаем мерзнуть. На термальный камень. Немножко набрать нужно. Нас борода еще немножко спасает. Так, 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 так. Так. Ну. Давайте еще долбанем. Макаки, да какого черта вы? Кирку как раз будет почти сломанная. И сделаем из нее термальный камень. Все, побежали домой. Если что, возможность возродиться у нас есть. Макбивень должен появиться уже. А, нет, уже все. Кирка сломается. Так. Ну, с этими... Попозже, ладно. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Сюда. Ой, кстати, у нас же зима. У меня. Ладно. Хотя я как раз из макбивня вытащу еще один кусочек мяса, и я смогу сделать себе эту. Какую? Мясную биту тогда. Так, вот эту часть давайте оставляем. А, у меня же вот мясо есть. Отлично. Так, так. Так. Так, 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 отлично. Раз. Два. Сейчас пожрешь. Три. Отлично. Это сделаем вареников. Так, шлема. У меня один шлем отъехал из-за этих. Так. Как тут переодеваться-то, я не помню. Так. Так. Перчатки есть какие-нибудь белые? Нету. Подтвердить. Зима же сейчас. О! Снежный Честер. Ну, правда, одежду его не видно нифига. Пошел вон! Одежду нифига не видно, но нормально. Так, и... Я же забыл самое главное. Так. Стой. Камень. Нам нужно, чтобы он нагрелся еще. Отлично. Ну, шатать будем копьем пытаться шатать. Я не знаю, как копьем шатать вообще. А у меня точно синего камня нету? Тут нету, тут нету. Нету синего камня, плохо. Давай сожрем один вареник. Копьем. Мне кажется, копьем. Но одно все равно я сломаю в любом случае. А второе как раз пойдет у нас на... А второе как раз у нас пойдет... Почему ворона? Я хотел это как... Перо, отлично. Специально делаю так, чтобы перья... Мне перья нужно будет собрать. Гнилье, я не понял откуда. Пойдет, пока нагрелись, шлема есть. Я думаю, два шлема вытянут. Вполне. Так, где тут у нас? Макбивень. Один здесь, два еще где-то.
и еще один. Ну, мясную биту сделаю, мне уже попроще будет. Мне сейчас одного пока шатнуть. А вот он. Сейчас будет по мне стрелять, и очень больно стрелять. Так. Отлично. Там синих камушков жалко не выпало. Давай мне шапочку! Послушный какой, смотрите-ка. Офигеть! Офигеть! И ты ему Ошетон взял. И шапочку, и бивень. Отлично. Так, что тут можно убрать пока? Пока вот это можно убрать. Так, у меня еще копье осталось. Ладно. Пойдемте, 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 пойдемте. Мне остальных не обязательно уже и шатать. Можно вообще заниматься своими делами. Они мне нужны, остальные нет. Вообще, нужен мне будет еще один бивень. О, кстати, по краю, забываю все, по краешку нужно бегать. Мне нужно, чтобы пинчайки недалеко от базы были. Давайте немножко пробежимся. Вот можно уже потихоньку обследовать будет сейчас территорию. А там уже и циклопа ждем. Может, бифл еще найдем. Я так болото-то не нашел. Новое модовское болото, а золото. Я не понял, откуда у меня золото. Слушайте, а вы где поселились-то? Прям. Ну вы нашли, где поселиться, офигеть. Так, это давай. О, сюда не помещается, да? Давай сюда. Так. Это я, видно, амулет делал, наверное. Эти сюда. Я не понял, ты откуда чудовище пришло? Вон отсюда! Так, давайте мы ее съедим. Иди сюда. Отлично. О, хотя бы так, хоть какая-то польза. Сволочь, откуда она вылезла, я не понял. Не было же ничего. У меня опять никакого топлива, да? Так. Давайте дровами. Нужно будет сейчас еще достать. Так, это мне набито. Ну пойдем, все равно сбегаем, шатнем еще мобильник. Чуть-чуть. Камушек вытащим, может. Так, и трость обязательно нужно сделать. Так. Отлично, с первого же выпало, удачно так. Так, делаем трость. Супер. Так. Эти нужно убрать сюда, потому что они у меня сейчас исчезнут. Какой-то из модов мне какой-то глюк выдавал. Так, давайте сделаем еще вареников. Вареники очень даже неплохо. Так, так. Так. Пойду паучков друг на друга натравлю. Где вот тут? У меня их эти выносят. Чё ты какой тупой? Там кролики их просто еще выносят. Кроликов, мне кажется, нужно вынести хотя бы один этот. Где мой паук? Во, короля, давайте забивать короля. Не того, не того ты бьешь. Ладно, давайте вот это заберем. Черт, мясо все сожрали. Я надеялся просто мясо достать сейчас.
Пойдемте кролика все равно долбанем, может мясо и достанем. Пауки за... на меня нападают. Да, видимо, до сих пор. Отлично, мясо достали. Че там, убили, наверное, мясо забрали, да? Да, забрали, жалко. Давайте его добьем, он вроде бы убитый был. А, все, отвалите. Кстати, не, паутинки, я не знаю, хватает, нет еще на один кокон. По-моему, нет. Так, где вы там? А как я так умудрился эту штуку сделать? Что-то не то кинул? Давай так. Давай так. Так, готовься. Морковки потихонечку кончаются. Так, это сюда. Паутинки, сколько паутинок? 10, блин. Так, что у меня из лишнего? Шлема мне нужны. Это нужно. Это все нужно. Кстати, есть смысл шкурок еще. Я Честер еще не нашел. Кстати, Честер может быть вообще черт знает где. И со светом, я смотрю, у меня проблемки. Нужно в пещеру нырнуть. Пошли сразу, чтобы время не терять. Мобивни, если не ошибаюсь, вон наверху два еще. С птицей там буду драться. Как раз и мясо добудем. Так, кофе где тут было? Кофе чуть повыше. Ну, кофе не получится сделать. Кофе получится сделать на обратном пути. Либо нужно будет повыкапывать его и посадить. Я не знаю, летом, зимой оно будет расти или нет. Тут храпит какая-то фигня. А, понятно. Как этот... Кстати, может его кокнуть? Где он тут храпел? Я только что слышал. А, ну пофигу. Так, побежали. Чёртовы зайцы, все равно бегают, а? Все равно бегают они тут. По умолчанию. Странно. Хотя у них тут они недалеко. Вон еще две деревни. Можно. Можно запастись офигенно просто всякими этими. Как их там? Морковкой, короче, можно надолго запастись. И делать себе вареники. Так. Есть еще где? Только там у них, да? Я бы еще один сделал бы светильник. Давайте, пока их нету. Тем более сейчас очень быстро. Я что тут собирал? Нет. Офигеть. В одном месте. Зайцев немерено. То их ищешь, а то немерено зайцев сразу. Так. Можно, кстати, особо и не трогать. Главное помнить, что ночь. Ночь, это, конечно, опасно в обору. Мало того, что мы с мясом бегаем, так еще и сами по себе. Так, мне... А пойдемте сюда. Я как раз кофе наберу. Это место как раз вот, где болото. Тут еще могила, кстати. Кофе на обратном пути соберем. И потом уже пойдем к макбивням. И давайте все-таки исследовать еще немножко. Так, макака, отвали, пожалуйста. Вы меня бесите просто уже. Адски. А у меня дров нету, да? У меня еще дрова закончились. Вот черт, тут еще свинья. Кстати, а вот тебе и мясо. Много свиней. Давайте мясо добудем, чё. Какого... Так.
Так. Ну, две свиньи, ладно. А я без шлема, да? Шлем. А, знаю, что макаку увидел просто, она мне мешает. Так, а макаку можно попробовать же. Иди сюда, тварь. Все, нет макаки, отлично. Чё ж я так сразу-то не додумался, а? Так. Дрова, нужно рубануть, а то замерзнем. Где-то можно сразу сожрать, кстати. Так, и тут получается два домика, можно их сразу и вынести, наверное. Только у меня, я так понимаю, опять места нету, да? Чем я все забил? Так. Все у меня так забито. А вот. Вот тут и могилка, кстати. Давайте сразу здесь и сделаем. И вон можно еще один домик будет вынести. Так, мясо. Кофе. Кофе. Ну-ка. Не то. Вот это давайте сожрем. Так, что еще можно такое убрать? Ну и вот это давайте сожрем, ладно. У меня шлем. Давайте один выкинем, наверное. Вот это хочу забрать. Мне кажется, у меня что-то лишнее. Лопата, тут еще можно лопатой воспользоваться, в принципе. Возможно, могилы еще есть. Так, иди сюда. Нет. Так. Но. Пошел за кофем, а пришел сам вообще непонятно зачем. Так. Ну, все равно потихонечку нужно собирать. Как ни крути, все равно эти материалы нужно собирать. Так. Я надеюсь, не загорится. Наверное, я пока... Хотя мне много рубить-то не нужно. Ну как не нужно? Нужно, блин. Так. Где тут домик, который я свинью шатал? Так. И мне, кстати, двигаться безопаснее ночью, чем днем. Особенно в этой области. Это можно выкинуть. Да, мне безопаснее. Так. Топливо ужас откуда-то. Наверное, от макак. Пинчайки как далеко от дома. Ладно, пофиг. О! Главное не выпустить из рук светильник. А я хочу копнуть. Давайте мы... Походим, а... Ловушки? А, я понял, скелет этого, Сицилова. Во. А я это умею делать уже. Тичьи ловушки. Ловушки! Кустошляпа! Кустошляпа! Кустошляпу я бы забрал бы. Хотя я могу и сам сделать, но... Ладно, давайте походим еще. Походим, меня могилы интересуют. Пока. По краю хожу, пинчайки вылетают как раз... Блин, далеко от дома. Жалко. Ну ладно, льда нам хватит того, что около дома будет. Так. Так. Долбаная макака. И топливо ужаса жалко выкидывать одну штучку. Так, опять кабаны.
Я пока не вижу больше могил здесь. По идее, вот в этом лесочке должны быть могилы. Куста шляпа. Не, конечно, хорошо, но по идее. А где пауки-то, Не того! Черт, еще и эти. Блин. Так, вот кабан еще один, как раз сейчас вынесем его. Автоатаку нажимаю, у меня постоянно это как. Так, мясо же. Мясо некуда, да, складывать. Вот это выкинем, что ли. Где он там, кабан? Почему у выбора автоатака все равно на пауков? Одну шкурку и мясо забрали, да? Так. Не знаю, давайте пока молот возьмем с собой. А можно, кстати, выше шатнуть их сразу. Почему бы и нет? Ой! Ты дома? Я думал, тебя нету. Так. Там что-то еще должно быть. Веточка. Пошли. Какого черта дома он? Пауки. Тут слишком много кабанов. Они, видно, их всех выносят. А, к черту. Хотя не. Вон и пауки их выносят тоже неплохо. Слушайте, это как-то странно очень выглядит. Нет, не то. Опа, синий камушек мне нужен. Давайте топор выкинем, ладно. Потом сделаем новый. А, это не обязательно. Макаки все потырит. И, в принципе, а куда эта тропинка вообще вела? Да никуда она не вела, все. И еще одна могила тут осталась. Или две. А вот тут... Фак! Не, возродиться, возродиться. Возродиться. Макаки, не трогайте мои вещи. Пока смотрел, чертов кабан меня шлепнул. И, по-моему, кто-то что-то у меня сожрал. Ай-яй-яй, нет, 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 нет! Фак. Шлем, где шлема? Макака сперла шлем. Да черт подери! Не, 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 не пересоздать. Блин! Ладно. Возродиться. А как я теперь буду туда? Бороды нету. Они же сейчас все сопрут, макаки у меня там. Черт, что мне делать? Черт-то. Так, так, так. У меня весь кремень там. Блин, где трава-то? Трава. Трава. Черт, отвлекся. На что я там на карту посмотрел и это как. Я без шлема же был. Черт! Как мне теперь это добираться туда? Во, вот это лечилки. Фух. Так, сейчас мы сделаем себе пакетики с этим. Я не знаю, как то доберусь до туда. Попробую сейчас. Только что там останется у нас? Так. А это что это такое я сюда запихнул? Так. По-моему, так должно получиться. Я надеюсь. Очень сильно надеюсь.
что так получится каштановый микс. Так, вот это можно в качестве лечилки забрать. Да, получился. Трава. Нифига нет травы рядом. Так, факел. Так, это пока сюда уберем. Вот. Так. Так, так. Блин, хрень не осталось. Короче, сейчас макаки у меня все потырят. Придется из макак все это выковыривать дело. Так, и шкурку хотя бы одну взять. У меня шлем, видно, выломали. Либо я вообще без шлема был. И Тэмушеттон сперли, короче. Все сперли! Блин! Блин! Ладно, ну мы пока живые. Кстати, живые. У меня ни амулета, ничего нету. Я только знаю, где тут. Фак! Уйдите! Уйдите! Сволочи, уйдите от меня все. Так, блин, они же сейчас там все потырят. А где я сдох-то там? Так, ну, бежать-то не очень далеко. Ну, и не сказал, блядь, чтобы мало. Вот я сдох. Могилу хотел выкопать одну. И макак этих теперь как-то нужно будет с кабанами разгонять. Ладно, будем в следующей серии все это делать. Черт. На карту просмотрел. Ладно. Кому серия понравилась, не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписан, заглядывайте в группу ВКонтакте, ссылочка в описании, делитесь видосом, это поможет развить канал, все, увидимся в следующей серии, всем пока-пока!